Здравствуйте. Вечером 20 сентября 2020 года на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой в Барнауле произошла серьезная авария. Автомобиль Toyota RAV4 врезался в стоящий на дороге КАМАЗ, производящий на данном участке дорожные работы. От столкновения погибли 4 человека, находившиеся во внедорожнике. Муж, жена и двое детей 2011 и 2017 годов рождения. ДТП произошло в 20 часов 55 минут. По предварительным данным, 31-летний водитель внедорожника, в зоне действия выставленных знаков, ведутся дорожные работы, превысил скорость и не справился с управлением, после чего столкнулся со стоящим на проезжей части КАМАЗом, принадлежащим дорожной организации. Ой, жесть какая. Жесть, вообще жесть. Просто пиздец. О том, что скорость в момент аварии была высокой, свидетельствует замерзшая стрелка на приборной панели. Она застыла на отметке 150 км в час. Известно, что в Toyota находилась семья в составе 4 человек. От сильного столкновения водитель, его 32-летняя супруга, 3-летняя дочь и 9-летний сын от травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Обстоятельства и факты данной трагедии выясняются. Вот в этот КАМАЗ врезались. Может, с машиной стало. 4 трупа. 2 взрослых, 2 ребятишек. Будьте осторожны и крайне внимательны на дорогах. О подозрительном движении автомобиля сообщите по бесплатному номеру телефона экстренной службы 112 или 102. Возможно, этим звонком вы спасете не одну жизнь. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем пока.